тебе пришел первому посоветоваться по этому поводу, потому что ты, собственно, мне эту идею и подал тогда в магазине. Что я придумал на данный момент? Во-первых, я достал все эти архивы, решил их порезать на 10-минутные такие серии. Пригласить людей, тех, кто в каждом этом ролике участвует, и чтобы они вступление и концовку делали для этого ролика. Отличная тема. Это первое. Второе. Как это распространять? Интернет. Интернет, да. Ютуб. Но каким образом сделать так, чтобы все, кто хочет этого, увидели это? То есть, как донести информацию? Что я подумал? Нужно, во-первых, сделать дневник такой подготовки. То, чем мы сейчас с тобой занимаемся, да? То есть, такие ролики, которые перед этим будут выходить и потихоньку собирать народ где-то на какой-то площадке. Площадка выбрала старый канал «Экстравизор». Там все-таки какая-то аудитория еще осталась. Что делать дальше? Взять какие-то площадки, которые актуальны в городе, там, паблики, типично Дзержинском и так далее, и договориться с ними как о партнерстве, как чтобы они партнерами этого проекта выступили. Конечно, например, будет интересно. С помощью их репостов, в общем-то, до этих людей до всех донесли, которые... Отличная тема. Которые были. Аудитория там большая. У того же типичного Дзержинского 36 тысяч человек, и из них постоянно посещают паблик там тысяч по 5, по 6 в день, то я думаю, что это сработает. Тем более, что вот у нас, да, я просто взял видео из твоей передачи, его обрезал, оставил все интродакшены, которые вот у тебя были, там и с Сашей постером, и концовку, где можно посмотреть это. Выложил, и он буквально там за сутки, наверное, 1200 просмотров. Блин, это очень круто. Причем без какого-то стороннего репоста на другие паблики. Просто чисто из группы Сити, где люди себя забирали сами. Есть интерес. Да, конечно. Они хотят посмотреть на себя, какими они были там 10, там, 12 лет назад. Классная тема. Вообще отличная штука. И здорово, что у тебя сохранились эти архивы. Кроме типичного Дзержинского, кого еще мы можем действовать? Есть группы типа «Признавашек», но там аудитория молодая, конечно. Хорошая аудитория у группы «Подслушан Дзержинского». Она примерно сравнима по количеству и по возрасту с аудиторией типичной Дзержинского, но немного расходится по персоналиям. Это разные люди? Да, это процентов, наверное, на 30 люди разные. То есть те, кто постоянно отписывается, тусуется условно в «Подслушан Дзержинского», и те, кто постоянно тусуется и отписывается в Дзержинском, это на самом деле типичный Дзержинский, это люди разные. Слушай, а вот твой город, вот это все, оно живо еще? Ну, условно очень. А еще какие-то есть площадки? Может, ну, групп ВКонтакте, их довольно много у нас в Дзержинске. Там есть те же самые «Признавашки», где 15 тысяч человек аудитория. Ну, это в основном молодежь, прям молодежь. Где-то среднего школьного возраста. Слушай, ну на самом деле, я думаю, что и там найдется аудитория, которая будет интересно посмотреть. Конечно. Даже вот, знаю, еще по четким писали, в чем люди ходили на дискотеки, там, даже ради этого посмотреть, поугарать, как танцевали, то есть, да, вот да, это прикольно. Интересно посмотреть, даже молодежь будет. Ну, то есть, у нас аудитория это кто? Это люди от 30 до 40 лет, которые тогда тусили, сейчас они только живут воспоминаниями, можно сказать, потому что у всех дети и работа, и там взрослая жизнь. И те, кто хочет посмотреть, как эти динозавры там из прошлого да, существовали. Точно. Ну, есть группа клубов, да, которые тоже активно развиваются там вот в Сити, где я сейчас работаю. Тут в группе 6 тысяч человек. Она развивается довольно интенсивно. Буквально там за сентября месяца мы приросли практически наполовину. Там было 3000 человек после чистки. Удалили всех вот этих вот заблокированных старых пользователей неактивных. Мы быстренько набрали еще 3000 человек. Я думаю, что к концу, может быть, сезона мы еще на 3000 прирастем. Вот группа Дарни, она тоже очень большая, она активная. Там много народ тусуется и много народ отписывает. Там под 10 тысяч человек. Вот. В Dusty Gold, который тоже, в принципе, была бы интересна. Есть Дзержинская РФ. Да. Ну там посещаемость сильная, по-прежнему сильная. Хорошая. Там счетчик есть внизу, можно посмотреть. У них много народу. То есть всегда. Есть смысл, допустим, если ты размещаешься на типичном Дзержинске, еще и Дзержинская РФ. Ну, я думаю, да. То есть тем все больше, равно что... разнится аудитория. Ну да, аудитория разнится, потому что контакт это контакт, а на Дзержинская РФ переходят люди просто по запросам, по каким-то, да, поисковым, что относится к Дзержинску. Там все равно основная масса посещений Дзержинская РФ, скорее всего, я так думаю. Вот по этим переходам. А что еще? Яндекса, что еще есть? Ну, в интернет-среда-то у нас в Дзержинске она такая активная. Есть вот Дзержинск онлайн, например, это передача
и группа ВКонтакте, и передача Сергея Кулакова из Дзержинского телевидения. Он освещает как бы активность людей в дзержинском интернете. Там это все, конечно, с политикой связано на 100%. У него там свой взгляд на вещи. Вот. Он как бы освещает жизнь дзержинского интернета, но, естественно, через призму вот этих вот своих политических там предпочтений. Может быть, это тоже было бы интересно, потому что там есть аудитория как раз тех людей, которые тогда тусили, а сейчас они ведут спокойную там семейную жизнь и только вспоминают об этих временах. Ну, в принципе, все, да, по площадкам? Ну, наверное, да. Я, собственно, так и рассуждал, что сделаем вот этот вот дневник. Если какие-то будут у нас неудачи, мы будем это показывать. Если, допустим, никому это не будет интересно, да, то мы покажем, что действительно это никому не интересно. И не будем ничего как бы скрывать и прятать. Если это будет интересно, покажем, что интересно. То есть не будем показывать только успехи, будем показывать ошибки. То есть вот этот проект хочется реализовать вот именно таким абсолютно прозрачным образом, открытым. Первый шаг – это как можно чаще выпускать вот этот журнал, начать встречаться с людьми, которые уже у нас в этих видеороликах фигурировали. Я вот с Максимом Балансом вчера списался. Он в Майами. Он пока в Майами, да, говорит. Но я готов записать прямо из Майами. Это любые там, что скажете. Так что у нас, если, говорю, ну, замечательный телемост в Майами. Ну, вообще здорово. С Крафтом тоже несложно списаться. Он, правда, в Белгороде сейчас. Он там прям на ПМЖ? Да, он вот недавно приезжал, Макс с ним виделся, Максайт. Я не видал его 100 лет. Вот. Ну и все вот персонажи, которые там фигурировали. Там тот же Санек Постер, который первый принес персональный компьютер для дискотеки. С таким монитором большим. Да. Ну, можно кого-то из тех персонажей, можно кого-то из новых каких-то персоналей, которые сейчас вот занимаются всякими этими штуками. Олега Петрова там, по-моему, не было ни разу. Был? Был? Нет, но у меня есть записи, где он есть. У меня есть конкурс «Общегородское шоу балетов». Джой проводил, где он прям ведущий был этого конкурса. Интервью там такое давал большое. Еще что-то где-то, по-моему. Ну, есть кадры. Практически тусил на этой вечеринке с двоюродными сестрами, вот. Но там получилось так, что мне оттуда пришлось быстренько сбежать, чтобы меня не спалили, потому что я был действительно очень маленький. Сколько тебе лет было? Это 11, наверное. 11 или, лет? Или 13, что-то вот в этом духе. Фига себе. Я совсем мелкий был, и клуба до этого ни разу не видел никогда, и что такое дискотека, я себе очень смутно представлял. А еще придумаем, что можно еще сделать. Вот этим проектом 90%. Его можно тут показывать, презентовать можно. Каждую пятницу можно какое-нибудь мероприятие сделать, событие какое-нибудь в процессе вечеринки, на котором можно показывать вот на этой здоровенной LED-панели видео, которое ты сделаешь. Делать презентацию каждый раз нового видоса здесь. Ну, это можно развернуть прямо в событие какое-то интересное, добавить к этому то, что у нас есть здесь. Мы здесь пытаемся делать костюмированный такой карнавал, как бы в стиле 90-х. Остановимся на чем? Следующий шаг наш какой? Я, во-первых, тебе присылаю список этих вечеринок и людей, которые нам нужны для того, чтобы вступление и концовку делать роликом. Ты скажешь, на кого ты сможешь выйти, я скажу, на кого я смогу выйти. Может быть, подумаем оба, что как нам, может быть, взаимоинтересно сделать по поводу пятничных вечеринок привязать. Есть еще, если поможешь, выйти на какие-то паблики или какие-то сайты. Будет тоже здорово. Не вопрос. Давай, спасибо тебе. Все клево, будем делать какую-нибудь прикольную штуку.